полные, сочные, манящие. Все это говорят о губах. Сегодня на приеме у косметолога мы узнаем, какие процедуры помогут сделать губы еще более яркими и привлекательными, и при этом подчеркнуть индивидуальность. Мария Богданова довольна своей внешностью. Единственное, что хотелось бы исправить, это губы. Но записаться на прием в косметологическую клинику не решалась. Мария, вы так долго не обращались к косметологу, вот что же вас сдерживало? Сдерживало меня то, что вот я смотрю на фотографии в соцсетях, еще где-то все выглядит очень одинаково у всех девочек, как будто бы под копирку, по шаблону. А вы как видите свой образ? А мне хочется, чтобы у меня сохранились именно мои черты лица, вот моя форма губ, но при этом, чтобы они были увлажненные, сочные, яркие. Елена Юхименко, дерматовенеролог, косметолог. Коррекция губ на сегодняшний момент – самый актуальный запрос, так как это самая притягательная зона на лице. Но несмотря на это, вокруг этой процедуры существует множество мифов и страхов. Пациентки больше всего боятся гиперкоррекции и стать похожей на всех. Современный тренд – это работа с зоной губ под индивидуальный запрос пациента. Это увлажнение губ, это коррекция асимметрии и коррекция формы губ, кисетные морщины, придание сочности и объема губам. Елена Николаевна, Маша хочет подчеркнуть немножко свои губы. Вы, как доктор, видите здесь показания для коррекции губ? Мы видим асимметрию верхней губы, которая обусловлена не совсем правильным прикусом, и диспропорцию между верхней и нижней губой. Если столько показаний, то какой препарат вы для этого выберете? Как будете исправлять ситуацию? Мы возьмем препарат на основе связанной гиалуроновой кислоты, предназначенный для объемной коррекции, но при этом достигнем естественного результата. Вот как раз то, что Маша хочет. Совершенно точно. Сколько длится процедура? Я думаю, что не больше 15 минут. Ну, отлично, тогда мы подождем результат. До скорой встречи. Мария, мы с вами берем препарат на основе гиалуроновой кислоты. Он прекрасно встраивается в ткани, и через 2-3 дня вы его уже не будете ощущать. Максимально исправляем асимметрию, а вторым этапом мы работаем на объем. Работаем в технике «Парижские губки». Это вертикальные вколы сверху вниз. Делаем глубокий вдох. Первый вкол не самый приятный. Препарат содержит лидокаин. И в дальнейшем процедура будет еще более комфортная. Получается очень красивая коррекция. Сейчас мы приступаем к следующей стороне. Данная техника помогает исправить асимметрию и увеличить объем губ. Здесь по объему препарата мы вводим меньше, чем с левой стороны. После процедуры объем гораздо более выражен. Сейчас мы приступаем к коррекции нижней губы, для того, чтобы губы смотрелись гармонично. Делаем аспирационный тест для того, чтобы понимать, что мы вне просвета сосуда. Мы закончили. Мария, у вас действительно сейчас новое лицо, причем изюминка вашей внешности, она действительно сохранилась. Вы готовы увидеть свое новое лицо? Да. Естественно, выглядят они такие наполненные, как будто бы. А мне нравится. И вот тут вот выемка стала. В общем, вообще замечательно. Форма прям моя, но они как будто немножко плотнее. Спасибо большое. Почти не болит ничего. Да, замечательно, мне нравится. Мария, я порекомендую в течение 3 дней протирать губы антисептическим раствором. Далее, в течение первых 24 часов не наносить на губы декоративную косметику и избегать в течение 2 часов после процедуры приема пищи. Эффект от данной процедуры будет длиться 18 месяцев. И Марии не придется использовать в течение 18 месяцев гигиенические помадки и бальзамы. Естественная улыбка, ухоженные губы придают лицу свежесть, женственность и гармоничность. Все, что для этого надо, обратиться в проверенную клинику, где врач-косметолог сможет подчеркнуть вашу индивидуальность. Ведь сегодня она в моде.